Рад всех приветствовать на нашем канале про бездорожье, про внедорожники и про природу. Мы опять в лесу. Мы сегодня пробиваем старый новый маршрут. Очень старый маршрут, давно по нему никто не ездил. Не факт, что мы проедем, но мы попробуем, то есть на разведку едем. Посмотрим, как там дела. Сказали, что можем не проехать, сильно размыло, узкое, там есть одно опасное место, ну, посмотрим. Едем мы сегодня в три машины. Красная. Надо рассказывать проспект, все знают. Пневмоблокировки Харьков, 33-е колеса Сильвера, сделанный мотор в 1.9, злой распредвал, новый ресивер, новая программа. Человек меняет подгузники. У него полуось сломалась. Полуось. Слышите, как? Раньше такого не было. Это вот новая программка у Костина отшитая. Называется программка. Ну, программка. Чойлар называется. Новая программа. А у меня военные мосты. Военные мосты. Гия. Патрол Сила. А где он? Стоит, отдыхает, собирает. Он просто не может признать, что Нива кайф. Нива мощь. У тебя аж была Нива? Конечно. У меня когда Нива была, мы все в колготке сами. Костя до сих пор сыцов. У него поэтому памперсы, что когда стечет, собрало в плагу. Серега, да. Ты как? Отлично. Че после той покатухи сделал? Только втулки поменял у тебя? Помыл и сайлентблоки сделал, чтобы не вылетали. Сегодня проверим. Мы пока не вылетели. Но сегодня уже пару диагоналок таких, да, было нормально. На трех колесах выезжали. Уже мы это проверили. А у Амэла теперь уже сохнули, смотри. Ну да, так там полностью. Здесь получается от Нивоводца 27 внутри, 27 снаружи, хардблок, 24 штехна сзади, тоже хардблок, все пневмо. Ну, деланный мотор. Короче, я про нее уже рассказывал. Ну и этот Вранглер, который я всегда говорю, и все неправильно. В общем, давайте по Вранглеру. У него стандартный V6, 180 лошадиных сил. Раздатка у него от Шишиги, мосты у него центра военные, порталы Т-40, 35-й Сильвера. А то я вечно что-то говорю. А, и блокировки у него не пневмо, у него электрические на военных, вот они там задвигаются, такое типа червячного типа, что ли. В общем, начало у нас сегодня такое уже в лесу, потому что мы заехали очень рано, сегодня едем одним днем, чисто вот такая поездка выходного дня. Поехали, посмотрим, что там на маршруте. Трек пишем, так что, если что, кому будет интересно, если вдруг проедем, поделимся обязательно. Приятного просмотра. У нас сегодня подморозило. Прям где-то минус 5, наверное. Ага. А ты меня видишь, да? Я вроде как в камуфляже. Хорошая. Не надо туда. Там, да, там она ступенькой такой. Объезжай. Говорит, патруль не проезжал в этой луже. Где-то есть видос. Попробую найти, вставить. По-моему, есть этот момент. Лес прекрасен. Если не выйдешь, можно туда и развернуться.
Костян даже без блокировки. На ребенка не обращайте внимания. У этого ребенка опыта больше, чем у меня с Костяном вместе взятых в нескольких машинах, потому что он очень много ездит. Костян сегодня аккуратничает, не хочет мочить машину в салоне. Ну вот, мы выехали на то место, где никто не ездил давно. И по льду видно, и по... Че, ты его туда хочешь? Я ему предлагаю вот сюда прям ехать. Так, наверное, уйти с маршрутика. Все равно на меня охотятся, на оператора. Вот там дальше сейчас колейка. И все. Ну сейчас бы было сыро. Давай, давай. Ты на него все равно не смотришь. Он даже. Он сказал, тебя снимать не будет. Нахер. Алкаш. Сегодня никто не пьет. Мы услышали ваши пожелания. А, не, Батыр, по-моему, с пивком, да, Бат? Ты, по-моему, с пивком только сегодня, да? Не, лимонад? Я не пью, я трезвый. Особенно, когда женился. Три машины уже подкопали дорогу. Если бы машин 8 было, вот восьмая бы здесь страдала уже. Сурово. Опачки. Там бревно какое-то. Та. Так, включаются блокировки медленно, но они имеются. Сейчас. Не. Саня, попробуй еще и вот сюда выйти. Х.
хорошо там сидит. Вот сюда. Вот тут. Не. Че, лебедим? Колеса влево, сделай влево колё. Во, ровно, да. Серега, поснимай. Клонит дерево. Дерево клонит. Я попросил его проверить. Стой, стой, стой! Искрит! Контакт! Ты чё, кто на гибке сюда? Другой. Да, синтетика. Синтетика сильно не падает. Протяни вперед. Не-не-не, наш, наш. Не кидай. Смотри, поехали. Смотри, дорогой, не забудь плюс. Когда генератор будешь менять, вернешься за ним. Такая ступенька, прям как бы передать. А чё, Серега, давай туда! Давай тут! Эх, отходи, Сан Саныч. Вот он, вот он. Но ты бампером бы уперся сильно. Мущ. Нива сила. Бачок. Мазды сила. Мазды? Мазды сила, тройка. А, здесь легко. Ты не перевернешься, там некуда уже.
пусть назад чуть даст. Блядь, Сильвер горит. Горит, Сильвер горит. Назад. Не этот, не раздулся колесо? Да я не вижу его, оно внутри. Да давайте залебедим. Мы спасаем Чироки. Или как его? Вранглер. Смотри, колесо разули или нет? Колеса вообще нет. Да, разулись. Разулись, Коль. Пускай, пускай. Травец, взорвали колесо, там листики попали. А ну, Санечек, отойди. Я уже не сюда пойду. Я не знаю. Поход сюда. Не надо, Саня, не надо. Не надо, там плохо все. Да, давай туда. Если бы колесо нормально было, не спускало, то можно было бы туда сейчас его. А просто он сейчас туда заедет, колесо разуется, и вообще покрышку потеряем. Смысл? Спускает, спускает в одном месте. Вообще без проблем. Какое странное дерево. На фоне, на фоне. Хороший подъем. Вот там промоина, ступенька. Вот человек с вытянутыми руками, там где-то 2,5 метра, просто ступенька. Отличный у нас маршрут получается. Едем с кайфом, но пока это не самое сложное, что нам сегодня предстоит. Это пока 20%, наверное. А мы уже прям порубились, как никогда. Хорошие маршруты. Он просто испытывает, он давно хотел. Он же кайфует от машины. Это да. Пацаны ошиблись, а там промоина между. Давай, давай, еще. Все. Уперся в камни. Это при том, что у человека там бешеные диагоналки. Все, дальше что, я его проведу? Этих разворачивай.
Ну я не, я приду, я его только через... Стой, 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 стой! Ай, как плохо! Давай назад! Сдай назад! Да! Еще, 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 еще! Еще! Все, стой! Сюда! Давай! Туда. Отлично. Давай, 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 потихонечку. Все, влево, влево давай. Не-не-не, влево говорю, давай. Еще, еще давай. Все, стой. Вправо назад. Да, там круто. Все, давай. Туда и спускайся. Все, спускайся. Просто ровно спускайся. Давай, 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 нормально. Там нормально, без проблем. Все, спустился. Да, 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 понятное дело. Протяни чуть дальше. Кос! Еще сюда. Стоп! Еще сюда надо. Тебе надо максимально к дереву. Отлично. На блоках, стоп, на блоках, руль ровно. И на блоках. Нормально, нормально. Стоп, стоп, стоп. Все неправильно делаешь, назад. Все неправильно делаешь, назад. Ты вот пока за тот пенек вот не зацепился. Нет, вот сейчас не заедет, смотри. Нет. Почему ты бросаешь газ, когда упираешься? Ты бросаешь газ, когда упираешься. Ему надо за пенек зацепиться. Нет. Попробуй назад, дай. Стой, стой, стой. Попробуй руль выкрутить назад. Не, не надо, не надо. Он висит на рычагах. Сухое дерево, покажите. Вот, сзади кости. Сзади кости привязывай к нему и спринт. Это вообще не наш ученик, кто это? Это прямой парень. Ну, своя траектория, да. А! Красавчик! Машина, блядь! 5 баллов! Доедь уже! Красавчик! Да, ты съехал, съехал! Ты на Батыра смотри! Ты в яме стоишь! Еще, еще, вот, теперь, нет, теперь влево, вот, ровно, выставляй, давай. Не, надо с прыжка, Сережа, с прыжка надо, с наката. Тише, дядя, не, так не делай. Давай залебедим. Не, 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 за дерево, не надо, за дерево. Да чё?
Да вот за дерево, его под... Сейчас мы... Не надо, у него жопа, не надо. А, у него жопа порвана. Еще раз. У него жопа порвана. Все хорошо, давай, опускайся. Все, все снимается. Помогай колесами всегда, Сереж. Да я вижу все, что вы мне тут указываете. И ляп. Стой, стой. Гия за тросом. Да. Серега, попробуй включить морду. Не, морду, наверное, потянем. Попробуй без блока аккуратно, вот как стоишь, так и выехать. Подожди. Давай, потихонечку вправо, вот так. Гия, тяни, тяни, тяни. Все, выехал, отлично. Спускайся и влево. Ну, сейчас. Я тебя держу, что ты очки. Нива и без блокировок ездит. С кайфом. Так, небольшая ситуевина. Сань, ну ты, кстати, на блоках, может, и выйдешь даже. Поехали? Все, а назад, назад дай. Назад. Ну, чуть-чуть дай назад. Фотка у тебя уже крутая есть. Руль влево! Влево, влево! Спустись дальше! Отлично! Чё дальше? Лебедим? Сразу? Все, сейчас залебедим, чтобы он так не ложился, и все нормально будет. Круто-круто вверх. В принципе, все идут своим ходом. Старая дорога вообще безжалостна. Просто там колея, промойна. Я таких еще не видел. Но вот парни по этому маршруту сказали, лет 5 назад катались. Но квадрики вроде ездят. Квадрики, следы видно, свежие. Старая промоинка. Так, подзакипаем. Итак, выехали на главный кавказский хребет. Да, вид во все стороны одинаково прекрасен. Во все стороны. У Вранглера что-то на подъеме долго поднимались, закипел. Вот, вроде все работает, но кипит. Ну, сейчас остынем здесь, ветер хороший. И поедем дальше, нам там спускаться, говорят, очень интересное место будет. Засадное. Так, конечно, бомба вид. Мы где-то 730 высота. Немного, но для нас это вот в этом регионе здесь хорошо. Да? Как ты говоришь, я вас проведу по этой дороге, там Кушери, да? Да, на Вулан. Короче, очень крутой квадроспуск. Тут нормально, а вот там будет сейчас интересно. Дия, ну ты тут сверху, если что, стой, а я вниз пошел тогда. Я на рации. Давай, а мы без рации. Ну я орать буду. Давай. Вот это место. Триальчик.
Вот такое вот получается очень узкое место и с очень большим перепадом высот, с боковым креном. Получается под квадрик нормально, а вот здесь вот особенно, сейчас я пониже спущусь, покажу. Ну тут прям кайфово. Ну на самом деле не видно, то есть вот здесь и здесь перепад почти, там, почти метр. Сейчас аккуратненько проедем. Да, мужики, мы вам не можем передать, насколько здесь узко, но просто Wrangler не помещается. Все нормально. Да там четко все. Все, иди спокойно, первая пониже. Левее ко мне можешь еще взять. Еще сюда. Наоборот, становись. Да сейчас Wrangler вот это дерево проедет и все. Много да, можно, можно правее, можно правее, не терпи туда. Правее можно. Чуть-чуть правее. Просто я не смогу тут стоять долго. Сейчас, пойди посмотрим. Нормально, нормально. Давай, Сань, смело. Там место есть. Тихо. Давай. Вот так потихоньку ползи и все. Мы, если что, тут мы тебя поймаем, не сы. Короче, вот такой обрыв вниз, нереально огромный. И вот она машина ползет. Стоять, держи рацию. Сейчас как проедем, вроде хорошо идем, Санячек. Ох, тут самому бы не убиться. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Нет, тут все, пошел. Чуть вправо можешь. Выравнивай. Выравнивай, выравнивай, выравнивай. Два суппорта спереди, кстати. Никогда что-то не замечал. Можно вправо еще вам дать. Вправо можно еще. На ровную туда он выйдет, да и все. Какое место, Гия? Слушай, камера вообще, наверное, не перестает. Абсолютно никогда. Не помогает. Я уже по-всякому пробовал. Ничего не помогает. Вот горизонт туда, то есть... Ну, почти 45 градусов, да, Гия? Ну, почти. Ну, 40 точно есть. На Нивком сейчас будет еще проще. О, там уже ползет. Не торопись! Потихоньку. Батыр, я снимаю, можешь входить, я снимаю. Не гони, не гони. Не гони. Так, потихонечку. Все, здесь аккуратнее, еще медленнее. Пошел потихоньку. Можно чуть вправо, еще вправо. Жопу тащи, тащи, тащи. Притормаживай, тормози, 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 тормози. Как АБСом. Вот эти нивоводы. Умалишенные просто. Ну ты вот. Я самый главный. Ты, да, ты опасный человек. Отходи. Куда? Вправо, вправо дай, вправо дай. Тормоза придумали трусы, да? Костян, вправее дай.
Команда! Слышь, снег, хочешь сюда приехать? Снег здесь будет кайф. Особенно наверх. Наверх, кстати, ты говорил, у меня где лебедица есть? Нет, я думал боковой, если, знаешь, иногда бывает эту... Я тебе скажу, что тут наверх легче зайти. Да? Да. Ну как и всегда, всегда наверх легче. Есть еще один для тебя подъемчик в районе Ереванки. Ереванка? Я на эту, на Свинцовую хочу съездить, сказали, там интересно, это где-то... А, Ереванка. Да, да, вот она, наверное, есть. С кайфом, за 5 минут, меньше чем за 5 минут спустились одним дублем. Не страшно? Серега. На опыт. Да Серега только что из кроссовок вытряхивал. Это вы в сапогах. А я в кроссовках еще есть. Поехали. Самый страшный момент позади. Теперь подъем на Вулан. Я не думаю, там что будет проблем какие-то. Все машины и подчинены, так что все хорошо. Не. Приключения продолжаются дальше. Все-таки это квадро-тропа. Очень-очень... Узкая. Очень. Был бы патрол или какая другая машина побольше, типа УАЗа Валериного, было бы хуже. Ползут. Немножечко страданий по лесу. Остановись, не уезжай далеко. Очень классный маршрут. Все-таки приятно ездить по новым дорогам, и все особенно по таким техничным, с кайфом. Серега, тебе нравится? Вообще прям кайфовый. Костянчик, тебе как, маршрут нравится? Хороший, только обрел. Идем уверенным темпом. И уже поднимаемся на Вуланский перевал. Он сухой, поэтому проблем никаких. Покушали. Был перегон большой, несложный. Серега переключился. Зацепил мостом корни, но проехал. Костян хотел в Улан брать мокрый, чтобы и желательно ночью, и в дождь. Ой-ой, стаскивает, стаскивает. Нормально. Был бы мокрый, стащило бы. Ладно, мне подниматься. Еще далеко. Потихоньку.
пробитому уже легко. А Нива-то тоже не выскакивает. Мы тут с Санечком уже... Это вот эта лужа, которую я в инстаграме Валеру отвечал. Это очень злая колея. Перескакивай! Право, 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 право! Перескакивай направо! У него рации нету. А ты вырулишь вот туда просто, вот прямо и вот там по краешку туда. Давай, 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 идет, идет, идет. Ох, какая. А тут было лучше. Мордой бьется. Надо левее чуть было, наоборот. Да, она прям бах. Я же говорю, жиже стала. Оп, лебедочка. И все нормально. Ляп. Так этот, отцепляй его. Костян, только без газа, ты так нехорошо стоишь. По чуть-чуть съедешь. Просто без отсечки. Потихоньку. Потихоньку. Все, хорошо. За кузов резина цепляется. Сейчас подвеску поменяет Костян, будет пожестче сзади. И... Красиво же. Ра-та-та-та-та. Ага. Не так-то просто из нее выскочить. Юга, я тебя не узнаю. Обычная грязь, блядь, ничего страшного. Не, Серега, морду бы тоже подрубил. Да, надо. Ну, наверное, она не цепляется. А вообще, на самом деле, тебе надо было чуть-чуть пошире вот взять и по широкой колее. Не, не заедешь. Да что ты пробей, Костян, считай, слезал все. Ну, это да. Согласен. Блин. Не успеваешь несколько дел сразу делать. Немножко отрегулировал Сережу. Выставил правильно, и он проскочил. И по низу объезжает. Здесь прям хороший лес. Просто ровно едь, не сыпь, тут ничего такого нету.
Все, все проехали. Так, еще у нас там несколько будет сложных мест. Уже темнеет. Но пока все хорошо. Да мы там всего 6 часов ехали, да? Охуенно, да, когда мы продолбили дорогу? А то родят, мы испачкать боимся. Мазда, сила! Сильвера тащат. Оп, оп, оп! Не, мостом упирается. Могу залебедить. Все, 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 все. Осади коней. О, ты, Сереженька, тут нормально площадку. Вот он, элита, элита спорта. Вице-чемпион. Вице-чемпион. Оп-оп-оп-оп-оп! Сила, сила! Сила, сила! Лебеди! Убийца! Подай, да? С достатком! Тут яма просто конкретная! Подожди! Мотать? Натяни! Мотай! Ну вообще можно было тут проехать, решили все. Даже мало не выскочил. Да, 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 нет. Да, нет, да, да, она прям. Алло, нет, алло, она падает в яму и все. И поэтому. Вот, алло, знаешь, кто бы выехал? Пятидверная бы выехала, вот из-за длинной базы. Вот патруль бы тут проехал. Стена, да, у вас получается. Пошел! Пошел, пошел, пошел! Костян, я тебе предлагаю чуть-чуть морду закинуть. Стой, надо палку из моста вы... А, она сама выпала. Давай просто назад, морду чуть закинешь, и мы тебя залебедим. Я сам выйду. Базара ноль. Давай, давай, назад, 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 еще, 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 еще. Хорош, все, все, это яма, это пидорская. Назад. Блокировочки, пожалуйста. Назад. Хотя бы заднюю. И межосевую. Да, хорошо. И переднюю можно подрубить уже. И переднюю можно, да. Аккуратно левее бери просто и пошел. Это сильно, это сильно. Чуть-чуть правее, чуть-чуть. Вот, все, и пошел. Газу, 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 Костян. Вот ты любитель, надо обрывами встать. Давай назад ломать. Так, слушайте, ну... Все, это далеко, это далеко. Сережа, на блокировочках, на блокировочек пошел, и пошел. И пошел. Ты что делаешь? Ты профессионально ездит. Я нервничаю.
Давай, видишь, левую колею, видишь? Да, не останавливай, Сереж. А ты думаешь, ты лучше проехал? Серега прям удивил. Мимоходом его взял. Хочу сейчас сегодня попробовать. Смотри, вот видишь, ложбинка такая. Вот надо слева и как бы в нее туда улететь. Вот, вот видишь, как он пошел вот туда. Остановись, все, замри, замри. Тяжелые машины, конечно, классно по комфорту. По проходимости, вправо, вправо. Вот в такие подъемы очень сложно. Вправо, Ик, давай, давай, давай. Помогай, кажется. Отлично, отлично идешь, отлично. Можешь чуть-чуть вправо сделать, машине легче. Это сильно. Все, теперь просто вытягивай, помогай, помогай колесами, помогай. Помогай. Вот это я потерялся. Косян, на какой заходил? На первой. Не-не-не-не, назад. Назад. Все, короче, мы выскочили, пошли. Там еще два места будут интересных. Назад, назад. Че у меня с фонариком? Что-то он не светит. Чуть-чуть, если можешь, назад. Чуть-чуть, там немного. Хорош. Дерево. Аккуратненько. У Вранглера получается крыша пластиковая, и внутри под ней каркас такой сантиметров 8-9. Поэтому вот можно аккуратно цепануть бочиной, и ничего не случится. Саша влево после дерева сразу. И заезжай туда наверх. Тут деревья уже есть, ты не нужен. Саш, скажешь, когда лебедить? Давай еще назад, еще назад, еще назад, еще назад, еще назад. Все, остановись. Я думаю, сейчас нормально будет. Не, давай лебедить, Сань. Погнали. Ну, я ставлю на то, что Нивы тут выйдут сами. И на второй тоже. Да газу ей дай. Но это злая горка. Не, Костян, не надо, порвешься. Три колеса, то одно, то другое, не надо. Заскочи сколько можешь, дальше лебедка. Все, все, вот так замри. Ну не поднимай, очень скользко. Здесь такая прям ступенька. Еще с боковыми колесо подпрыгивает. Просто там такой скользкий спуск с углом, с резким. Оп. Есть! Давай, давай, давай. Вот.
Отлично! Да, прекрасно! Теперь разворачивайся! Фонарик еще, зараза, ни хрена не светит. Все, Серега выехал, поехали. Дальше вроде там два места будут, но они не сложные. И все, там дальше прогон домой. Ну, к выезду, к цивилизации. Я второй раз на этом подъеме и решил немного схитрить. В тот раз мы падали в эту колею и все ехали по этой колее. Вот. Сейчас хочу, короче, вот здесь на тоненького попробовать проехать вот так. В тот раз дождь был. Теперь уж это точно финальное, заключительное видео 22 года. Спасибо, что были с нами сегодня и весь этот год. Вас стало в этом году подписчиков очень много, за что мы очень благодарны всем, кто следит за нашим творчеством, болеет за нас на гонках. 23 год будет определенно интересней, есть некие планы и в спорте, и в маршрутах. Скорее всего, вы смотрите это видео 3 января. Я поздравляю вас с Новым годом. Хочу, чтобы все ваши мечты сбылись. И чтобы все было у вас хорошо. Вот, ребятки. Всем удачи. Пока. Мы качаемся. Домой. И скоро с вами встретимся. Увидимся обязательно. Не переключайтесь.